обстоятельств. Хочу предложить ваше внимание книгу «Игрушка для малышей любимых». И ребенок выучит алфавит от «Я» и будет читать первые встречи. Соответственно, это будет служить украшением интерьера комнаты, она прекрасна. Такая книга в магазине города стоит 250. Но сейчас цена составляет 165 рублей, цена не подходит. Для детей поставьте, хочу предложить щит аренды и зачет. Ведущий радио не набрается. Прекрасные подарочные издания, прекрасные люстры. Мала. Крепника профессионала стоит 450. Или заплатила? У нас же цена ее составляет. 285 рублей цена прекрасная. Для детей постарше. Хочу предложить большую энциклопедию знаний. Ребенок задает мне вопросы. На 999 тысяч из них мы не знаем ответа. Здесь эти ответы даются по астрономии, географии, истории, общества знаний. Игорь Гордов Диноса. Лабораторная работа в домашних условиях и многое другое. Прекрасные подарочные издания, прекрасная форма. Такая книга в магазине города стоит 1450. У нас же цена составляет 600 рублей и цена не показка. Для ценителей истории. Хочу предложить историю тех монархов и правителей. Начиная от царя Соломона Александра Македонского и Цезаря и заканчивая Сталином, Черчиллем, Рузвельтом, Кеннеди. Прекрасное подарочное издание с сотнями иллюстраций и фотографий репродукции. Такая книга в магазине города стоит 980 рублей. У нас же цена составляет 400 рублей цена типа газа. Для всех православных людей хочу предложить энциклопедию православных храмов. Православный храм России плюс все православные. Как зайти в храм? Как поставить свечу?